Вот такая вот погодка сегодня. Друзья, всем привет. Сегодня день 2. Мы наконец-то кое-как разобрались с нашим завтраком. Приехали сюда на поле. И вроде даже не опоздали. Сейчас начинает первая группа лететь. Ну, кстати, поле уже стало видно, потому что минут 20 назад поле вообще было не видно. Видимость была метров 30. То есть из края в край вообще ничего не видно. Просто до следующих ворот лететь. Сегодня суббота, поэтому я думаю, сегодня народ-то как раз подвалит. Вчера было не очень много народу. Я думаю, из-за того, что была пятница, все-таки рабочий день. Ну и не всем было интересно смотреть просто тренировки. Сегодня опять же будут тренировки, по-моему, 2-3 залета, а потом начнется квалификация. По итогам квалификации будут отобраны самые быстрые 90 пилотов, то есть там частично будут выкинуты, и остальные пройдут в основной раунд, где будет полуфинал, четвертьфинал, 1/8 финала и так далее. Народу все-таки много. То, что вчера говорил, 90 пилотов, это было точно. На самом деле было 114, по-моему, пилотов. Или 114, или 117. Список очень большой. Точно сказать сложно. Но вроде пока, учитывая такое огромное количество народу, все проходит довольно гладко. Еще вот здесь наша с вами палатка, где наши ребята сидят. Здесь, в общем, вот эта вот команда, которая называется FPV Crew. Здесь палатка, судя по всему, организаторская, то есть команда организаторов, которая Team New. Это тоже одна из организаторских команд. Здесь они вот сидят потихонечку, что-то крутят. Зарядочки, кто-то летает на Хорусе 12-м. Здесь палатка rctech.de. И здесь они поставили настоящие диваны, светомузыку, колоночку. Так что здесь у них весело. Расслабленно сидят парни, вон телек смотрят, видимо. Здесь у нас небольшая палатка со всякими напитками, туда-сюда. Здесь можно также заказать какую-нибудь булочку, там вроде какие-то пироги. Здесь у нас организаторы. Пацан, кстати, жутко, просто жутко топит, хотя он такой малой. Ну и квадмувер. А здесь команда Airster будет сейчас сидеть, работать и стримить. В общем-то, вроде как они собираются сегодня, но ребята серьезно подготовились. У них здесь, как видно, прям настоящий свет, несколько камер, одна камера здесь, другая там. Я так понимаю, у них также везде станции приемные по полю, поэтому они будут переключать стримы сейчас с одного на другой. Тем временем здесь парни продолжают жарить. Смотрите на их напряженные лица. Смотрите, как парень дышит. Конечно, напряжение гигантское, особенно если вот парни быстро уже летают там. Невозможно расслабиться. Здесь у нас команда Team Blackship, в основном инсбрукские ребята. Hi. Rensen. Morgen. У них тут свой коптер. Они, я насколько понимаю, не на одном сетапе, но рамы похожи. Кстати, довольно редко встречается эта тема, моторчики RCX, смотрите, у ребят. Ну, здесь нет, а там да, ну, в общем, интересненько. А здесь у нас тоже у Rensen. Penny Light. Penny. Penny UK. Ну, выглядит прикольно. Учитывая, что сзади так акси хорошо спрятана, защищена, в общем-то, прикольная тема. Моторчики X-Nova, T-Motor. Кто-то даже на 3-дюймовом топит. Здесь вообще какой-то огромный фристайловый коптер притащили. Но я не думаю, что на нем они реально летают. Какие-то интересные рамки у ребят, это, походу, самосборные. Потому что алюминиевые рамы вот эти вот я еще пока никогда не видел. Моторчики, кстати, обычные, 2205 от RC, от E-Max. А средний вес у коптера, то есть, я думаю, где-то в районе 270-80 грамм. На 2205, ну, не знаю. Здесь, кстати, сидят ребятки с этими новыми липошками от SLS. Это те самые NOG или NOTS, не знаю, как они еще считаются. Race Battery. Обещают вроде там, по-моему, 95C или что-то такое, но не знаю. Говорят, неплохо, но ничего прям супер-вупер особенного нет. Похоже на Airline первого поколения. И немножко вроде как на 1-2 доллара дешевле. Здесь, кстати, тоже ребята накупили, недавно же была акция, просто вот эти отдавали за 50% стоимости, поэтому сейчас все их набрали, но это была бы в основном рекламная кампания. Летают ребятки опять же на таранисах с кроссфайром. По-моему, никого практически нет без кроссфайра, сейчас все уже гонщики давным-давно пересели на кроссы. Летает, кстати, вот смотрите, кто-то на каре-аре фрейме, то есть это оригинальная рама, ни хрена себе.
Ну и выглядит она неплохо. Надо посмотреть, конечно, на ее жесткость. Кстати, сверху закреплены регуляторы на лучах. Насколько это мешает аэродинамическому потоку, сказать сложно, но тем не менее, как бы вот люди используют все-таки эти рамки, хотя я думал, что это достаточно экзотический продукт, и он никому не нужен. Здесь ребята тоже расположились, здесь сложно сказать, что, где, чье. Вот, смотрите, кстати, ребята летают на CAF-X210. Да, линзу уже, наверное, не починить, судя по всему, но чей? И чайлевский. Ну и таранец. Видимо, бомж-набор, самый простой обычный набор, но тем не менее, ребята на уровне соревнуются, и моточки какие-то, видимо, дисусские 22.05. Это тот самый Симон Сайенс, который занимается разработкой вот этих рам, которые Skull & Drones. Привет, малышка! Малышка! Загномер! Бабушка! Огурчик. Тут, кстати, есть новая рамка от ребят, которые сделали вместе с Lexi Main High. В основном это очень легкий ультралайт сетап. 50-55 грамм весит. Сейчас стоит, по-моему, 40. Симон, кстати, себе сделал небольшой склад в Германии. Поэтому теперь ждать бар через Армата не нужно. Вы заказываете просто у него и отправляют вам напрямую из Германии готовые рамы. Скорость доставки приблизительно неделя по Европе, 2 недели примерно до всех остальных уголков, кроме там дальних, типа Австралии. Как видно, у ребят появились новые рюкзаки Thorwall. Выглядят они следующим образом. Внутри как бы достаточно много всяких отделов. Вроде как удобно, но, блин, он стоит еще дороже, чем вот этот от Lova Pro. Довольно интересно видеть, как люди просто сидят за столом и смотрят в очки. Причем еще очень напряженно следят за процессом, что именно происходит. Смотрите, какая красивая разукрашенная таранька. А сзади обычный карбоновый таранька. Очень, кстати, стала популярна покраска аппаратур пленкой, вот это вот в воде. Практически у всех покрашено. То есть выглядит интересно, выглядит круто. Может быть, тоже как-нибудь замутим такую штуку, провернем. У меня есть, в принципе, пленки знакомых. Есть растворы все, которые необходимы. Если интересно, можно будет сделать. На здоровье. А, водочка. Водочка. Все-таки не теряют популярность моторы X новые, несмотря на то, что я их достаточно редко вижу у фристайлеров, например, у гонщиков. Почему-то они достаточно часто практикуются. Как всегда, с LED-подсветкой неплохо выглядит. А Unify, PowerQ, все как обычно. Еще народ постоянно стал использовать вот такие вот прикольные резинки, которые делают из старых лент от очков. То есть они закрывают электронику внутри, а не попадает мусор внутрь. Очень клево, легко обслуживать, выглядит круто. Folio Nrabo печатает все это. Так что можно к нему обращаться, он делает все, что угодно. А, всякие ленты для очков чувак делает, то есть можно все, что хочешь на них написать. А рамка Amax, у них же есть тоже свои рамки. Вот одна из них, смотрите, у нее есть алюминиевая часть, похожа на рамку Frog. А, и лучи такие, хотя и пухленькие, но люди говорят, очень часто ломают. Все-таки у них не очень качественный карбон, но цена зато очень приятная. Рамка, по-моему, стоит в районе $20-30. Очень приятная цена за такую рамку, но то, что она ломается, конечно, ну это ее не красит. Не очень много места внутри. Здесь вот в два слоя уже места сверху нет, например. Это Regulate Typhoon, я так понимаю, 32-битные. И Airbottom Nebass. Причем еще, несмотря на то, что как бы сетап современный, моторчики-то все еще используют люди 22.05 и максовские. Они позволяют экономить немножко энергии, но даже на полном газоне жрут аккумулятор полностью в ноль. На самом деле не очень дешевая рамка. Называется она, напишу вот здесь, я просто не помню, как она называется. Но она стоит, по-моему, $55 или $60. И вот один краш хорошенько обворота. Вот здесь ломалась, вот здесь ломалась, задница поломалась, вот здесь ломалась. А камера уехала, то есть раму реально в утиль. Смотрите, как ее повело, под каким углом стоит весь вверх. Вот здесь ломалась, вот здесь ломалась, вот здесь тоже все обломало. То есть не берите совсем уж какие-то паршивые рамы на тоненьких пластинах. Они, вот видите, даже электроника не спаслась, судя по всему, по-моему, вот здесь все оторвалось. Кто-то даже летает на дюсовских моторах, тоже так же, как я, псих. И, в принципе, интересно выглядит сетапчик. Тоже на амаксовской раме сэкономил чувак. Говорит, что уже несколько моторов на парковке убил из-за того, что именно колокол гнется. Шафт очень жесткий, а вот именно колокол достаточно легко согнуть, и поэтому, ну, алюминий действительно здесь мягенький.
Но учитывайте цену в $9, как бы такое приемлемо. Так, сейчас поставил сюда мониторчик, чтобы туда далеко не ходить. Здесь у нас с вами аккумулятор, который идет на трехканальный приемник. Я сейчас поставил одну обычную антенку и две направленные. Я думаю, это нам даст возможность сидеть и прямо отсюда смотреть. Вот здесь, конечно, вот эта шикарно, достаточно сложно оформить ее так, чтобы она красиво прошла, и чтобы никаких проблем не было. Но вроде как парни справляются. Ай, задел, по-моему, ворота. Чуть-чуть облетает назад. Возвращается и хоп, зашел отлично, проход. Ну ладно, такси летит, давайте другого посмотрим. Дану летит. Это Дэниел Фолкнер, один из тоже современных таких хороших продвинутых пилотов. Недавно начал, тем не менее, уже умудрился получить спонсорство многих фирм. И вроде как хорошо летает, много летает просто и чувствует уже трассу хорошо. Здесь у нас помехи и идет снова на старт. В туннель не залетел, видимо, раз переживался. А вот теперь зашел, отлично. Хорошо идет, поворот. О, видимо, первый идет хорошо. Переворот, но здесь все как бы немножко страхуются, летят медленнее, чем возможно было. Можно было, конечно, вплотную к воротам поделать этот поворот, но многие просто хотят более спокойно полететь. Хорошо. Вот это самый сложный момент, который я видел, и он его, ну, на грани проходит, мне кажется, было очень близко к задней стенке уже. Хорошо, направо, отлично. Вот здесь можно было чуть быстрее завернуть, ну ладно. Так, хорошо. Близко к флагу очень прошел, ну ладно, вроде как справился. А могло случиться что-то нехорошее. Так, нет, решил перестраховаться, облетел еще раз. Во ворота, ладно, смотрим дальше кого-нибудь. Здесь тишина. Рейсбанд 7, тишина, рейсбанд 8 еще летит. Ой, ну это, видимо, какой-то новичок. Ой, хорошо завернул, но не дал газу достаточно. И медленно достаточно. Не торопится парень. Так, видимо, он не справился, заходит на второй круг. Переворот. Блин, вот это, конечно, очень сложный элемент. Прям на грани проходят его даже хорошие пилоты. Очень-очень опасно. В том плане, что нужно вывернуть сразу и ровно поставить квад и дать сразу резко газ. То есть почти что наугад люди дергают стики, ну и кто-то попадает, кто-то остается в башне. Хорошо, газ. Три круга. Все, можно садиться. Во, quad mover. Вот он быстро топит. Очень хороший контроль аппарата. Играет именно с гравитацией, с весом, с инерцией. Но в то же время не ощущается, что он торопится куда-то и сильно какие-то проблемы испытывает. Оп. Вот это было на грани, на тоненькой. Ну-ка еще раз. Хорошо. Ну вот даже видите, даже... У него, по-моему, самое высокое время было вчера вечерком, в районе 32-33 секунд на круг. А сейчас вон один повесился сразу в башне. Так, хорошо. Задел флаг, минус коптер. Нет, он еще идет. Взлетит он? А, но он на асфальт приземлился, точно взлетит. Да, да. Но если в травку приземлился, то обычно уже народ не может взлететь из-за травы высокой. Повезло парня, летит дальше. FPV, one lap. Хорошо. 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 Зашел. И полный газ. Нормально. Ну, чувак особо не резкий, очень плавно проходит все повороты. Чувствует, мне кажется, себя довольно уверенно. Ах, задел прям верхушку флага, то есть ворот, но вылетел как-то каким-то чудесным образом. Так. Нет. Но это на самом деле сложный маневр, и я не знаю, зачем они его ввели в эту трассу, хотя она достаточно быстрая. Вот этот маневр всех очень сильно тормозит. Titan Team, вчера тоже у него хорошее очень время было. Как видно, топит парень не слабо. Жарит. Хорошо. Газку на прямой, но не сильно, иначе здесь можно вылететь слишком далеко. Оп. Вот у него был идеально по разворот, хотя и картинка сильно шумит, почему-то именно не было. Вообще почти не фигня. Все, закончил чувак базарить.
Бомель FPV летит, ну, скажем так, стабильно, но не очень быстро. Чингис, это Маркус, по-моему, его зовут на самом деле. Вроде как четко прошел эту башню. Неплохо. Так, неплохо. Ай-яй-яй-яй-яй, задел ворота, чувак. Так, Бомель FPV мы уже смотрели. Давайте посмотрим Кей. Кей тоже в прошлый раз вроде как неплохое время показывал. Нет, сомневаюсь. Ох, как топит, чувак. Ой, вот этот чувак топит. Кто там первый был, я не помню. Это на первом канале чувак лечит. Хорошо. Александр Кернер, one lap. А, Александр Кернер на 8-м канале. Давайте посмотрим, что у него там происходит. FP Vader, two laps. Неплохо, уверенно идет, Dipping, Саша. One lap. Хорошо. Bommel FPV, one да, lap. Да, нормально. Разворот сейчас на 180. Ах, далеко не улетел. Так, ладно, башню смотрим, как пройдет. Ах, сзади, по-моему, она была вообще okay, просто пару сантиметров до стенки задней. Ну ладно, как прошли. Так, неплохо, здесь направо. Газку поддал. Зашел сюда в поворот, взял пошире немножко траекторию. Да, и спокойно зашел в нижний этаж башни второй. Ай-я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 й. Задел заднюю стенку, но аккумулятором, и все четко вышло. Он все-таки вылетел из тоннеля, то есть из башни. Так, вторая башня, верхний этаж, ворота. Он опять берет по широкой, по правильной траектории, как надо. Александр Кернер, three laps. Все, Саша отлетал три круга, нормально. Зря, мне кажется, он давит здесь газ, когда можно было просто развернуться, спокойно прилететь, тратить лишний аккумулятор. Немножко сумбурно летит, но... Переходим к самим непосредственно залетам квалификации. Это, по-моему, была первая квалификация, которая, на самом деле, прошла для меня достаточно неплохо. Впереди меня был коптер, который я практически сразу обогнал. Пару поворотов направо-налево, и я оказался уже впереди. Неплохо облизываю флаги. В целом, я вот сейчас анализирую после этого. Все неплохо. Вот здесь вот этот залет назад мог быть чуть-чуть быстрее оформлен. Но, опять же, чертова башня, вот... Без этой башни было бы все гораздо проще. Упал на траву, а после этого дал газку и все-таки смог подняться. Но проблема в том была, что аккумулятор, ремешок был недостаточно, видимо, туго затянут. И я почувствовал, что батарейка висит подо мной в свободном полете, то есть болтается, и коптера шатает просто ужасно в разные стороны. Вот этот момент, смотрите, вот прям видно нас, как здесь батарейка висит под коптером. Конечно же, на нервы оказывает это огромное давление, то, что батарейка снизу болтается, и она вот в любой момент может отскочить, поэтому я лечу более-менее аккуратно, но тем не менее стараюсь не терять темп. Как видно, в принципе, даже что-то получается, но долго сохранять самообладание я не смог, и спустя несколько поворотов, конечно же, завалился опять той же башней. Итак, что можно сказать? Неплохо пролетел сейчас, было достаточно спокойно, уверенно, я как-то почувствовал даже какой-то пульс, что ли. Но во время той вот первой самой посадочки в травку отлетел окунг,
И в один из моментов я заметил, что у меня аккум снизу болтается, и все, это просто меня начало выбивать с колеи, и вот там потом я заруинил. Вторая квалификация началась немножко пободрее, вроде как хороший получилось темп взять, вроде как лечу и нормально повороты вхожу, но есть одна проблема. Коптер как-то стал заносить немножко по-другому в поворот, скорее всего, на какую-то долю градуса изменился угол камеры, и я, конечно, потом перепроверил, вроде нормально, но что-то коптер так заносит на поворотах, и я даже не совсем пойму почему, то ли выше стал, то ли ниже. В связи с этим задевается вот таким вот образом флаг. Чувак летает походу с Конексом. Давайте посмотрим, как это выглядит. По-моему, не сильно лучше, чем тот же самый Predator. Картинка недостаточно четкая. Но 60 FPS, конечно, рулит. Плавнее картинка выглядит немножко. Потихонечку занимается обедом. Все кушают. Сейчас уже обеденное время. По-моему, сейчас около 2 часов. 1:40, да. То есть все перекусывают, смотрят, что происходит, где. Смотрят, типа, где что можно покушать. Но здесь хорошо, здесь есть гриль-стенд, где дофига можно всего нарулить. Там вкусные колбаски, гриль-стейки, всякие булочки и так далее. Кроме того, там есть еще сладенькое. Но сладенькое это, конечно, потом. Сейчас нужно чуть-чуть перекусить. И там подальше еще где-то я видел, что люди какие-то коробки таскают. По-моему, там магазин где-то через дорогу есть. Тем временем начинается у нас уже следующий раунд. Это будет третий раунд квалификации. В первых двух раундах много народу попадало. Я думаю, будет 4 раунда. Из них нужно пролететь минимум 3 круга. И время лучших 3 кругов будет суммироваться, выбираться и делиться на 3. То есть будет среднее время высчитываться со самых быстрых 3 кругов. В связи с этим можно сказать, что шансы у большинства пилотов есть. Пилотов, которые не пролетели 3 круга, пока на самом деле еще осталось достаточно много. Поэтому я надеюсь, что нам удастся все-таки добить, чтобы как можно большее количество пилотов прошло дальше. Штанга. На полном газу в штангу влетел в туннеле. Здоровый аппарат, то ли на 6 дюймов, то ли на 7, что-то такое, но очень видно сразу легкая рама.
Это было сейчас либо разрушение, скажем так, когда полный газ на свитч назначается, то есть вы врубаете свитч и постоянно коптер держит 100% тапку. И квадрувер разрушил вот трехлетнюю батарейку, она правда старая, но тем не менее хорошая татушка, убил просто полностью, и до нее невозможно дотронуться, вроде как она расплавила термоусад. Нормально так жарит парень. На третьей квалификации я решил уже не гнать особо тапку, потому что надо было просто набирать очки и хоть какое-то время добить, чтобы было все-таки три круга полноценных у меня. Не очень торопился, но и не особо красиво летел, поэтому, ну, смотреть тут особо нечего. Точно так же завалился в башню, как и, в принципе, на самом деле во всех остальных кругах. Единственная проблема у меня была, это вот эта чертова башня со сплитесом. Так, в общем, сейчас достал я свой коптер, все с ним в порядке. Вот это место сейчас пришлось чуть-чуть подретушировать, поскольку здесь чутка цепануло кабелек, я сейчас его отрезал, снова залудил, соединил эти проводки, сейчас зафиксирую какой-нибудь стяжечкой и будет нормально. В остальном, в принципе, с коптером ничего не происходит, рама держит, моторчики рвут. Да, вот так вот это выглядит. Парень Марлон влетел на полном газу, просто вот попал каким-то образом в ворота, и ворота не выдержали натиск его бешеного коптера, и, в общем-то, он порвал ворота. Ну, вроде как выглядит надежно. Падает. Как видно, уже сверху один раз дырку проделали, но вроде как воздух пока держится, поэтому надеемся, что постоят ворота еще. 3-4 квалификация прошла для меня в принципе неплохо, я налетал 2,5 круга, и даже башенка в принципе начала получаться, хотя возможно и недостаточно уверенно, но в конце я все-таки цепанул слегка флаг и отлетел у меня аккумулятор. Только у меня сейчас сломался один пропеллер из вот этого пака, а те, которые я заказывал, приехали уже после того, как я уехал из дома. А я вчера взял вот такие пропы, но это обычные ABS-5046. Поэтому я сейчас пошел и все-таки откопал поликарбонатный, классный прозрачный проб, тоже 5046. Абсолютно так же называется, когда покупаете, друзья, обращайте внимание на цвет. Прозрачный гораздо крепче, ABS пластик не очень, а поликарбонат реально классный, они практически неубиваемые. Смотрите, эти пробы мне хватило на 3 дня, и учитывая, что до этого они были тоже не новые. Буду летать теперь на этих. Итак, на сегодня квалификация закончилась. Ну, в общем, мы все прошли практически квалификацию, все нормально. Сейчас у нас будет драг рейс, а пока народ летает на вертолетах на 3D. Вон, топит. Ну, Сигвей, конечно же, победил. Так вот, драг рейс, оказывается, заключается в том, что ребята едут на перегонки с мощными тачками. Но тачки в этот раз подобрали не самые мощные. На самом деле там стоят какие-то простая Audi R8, какой-то Mess более-менее спортивный, какой-то джипик, то ли Merc, то ли Infiniti, ничего не вижу отсюда. Вроде мелких коптеров на 6S у них шансов, мне кажется, никаких вообще нет.
Да, ну, судя по всему, Audi как бы объехала, понятное дело, в другую тачку. Орала громче. Ребята из Airster хотят первый пробный залет провести со своим дроном. У них тоже есть небольшой гоночный драг-рейсинговый аппарат. Саша готов? И сейчас уже пойдет. Да, здесь вот так вот стоят коптеры, но это пока стоит ровненько, ладно, а вот этот уже стоит в боевой позиции. Вот у чувака серьезный аппарат, у них аппарат сделан чисто из 4, по-моему, карбоновых тонких листов, и центр занимает огромный аккумулятор. Здесь у парней довольно интересный коптер, сделан он в форме ракеты, и 4 луча стоят в разные стороны, на краях стоят моторы, но корпус это чисто просто такая очень худая, узенькая ракета. Я думаю, внутри достаточно крупный аккумулятор, опять же. Смотрите, парни, по-моему, одного из коптеров обычный 50-50 дал прокоп, как у меня примерно. Ну, в общем, они сейчас летали, стартовали. В общем-то, судя по всему, там есть какой-то список, кто прилетел первым. Там получилось вроде 4 человека сейчас самых быстрых, то есть те, кто выиграли уже по одному заезду или по 2 заезда, но я не совсем понял систему. И вроде сейчас будет последние пару раундов, когда типа самые быстрые будут самыми быстрыми соревноваться, и узнаем, кто прям самый-самый быстрый. Батарейка на камере села, придется на GoPro снимать. Но я надеюсь, мы хоть что-то разглядим там. Выиграл тот парень, который, судя по всему, пришел с ракеты. Они в прошлом, позапрошлом году, по-моему, этот проект уже презентовали. То есть реально быстрая штука, аэродинамика решает. Форма ракеты дает огромное преимущество, потому что воздух все-таки на высоких скоростях довольно плотный, а эта штука его быстрее раздвигает и преодолевает. В общем, вот такой вот был драг-рейсинг.
stop, stop, stop.